В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля «Шаратон». Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. Башкортостан поднялся на 2 позиции в рейтинге социально-экономического положения субъектов России по итогам 2016 года и занял в нем 8-е место. Итоги исследования опубликовало агентство «Рейтинг». Как сообщили в региональном Кабмине, республика показала значительное преимущество по целому ряду индикаторов. На 1-м месте расположилась Москва, на 2-м – Санкт-Петербург, на 3-м – Ханты-Мансийский автономный округ. Позиции 1-й тройки по сравнению с прошлым годом не изменились. Замыкает 10-ку Тюменскую область. За год регион опустился в рейтинге на 2 позиции. Среди субъектов Приволжского федерального округа Башкортостан по этому показателю опережает только Татарстан. Как и в прошлом году, он расположился на 5-й строчке. При составлении рейтинга учитывались данные нескольких направлений, таких как масштаб экономики, показатели эффективности экономики, а также бюджетные и социальные сферы. С начала года судебные приставы республики взыскали со всех видов должников 6,5 миллиардов рублей, примерно поровну с физических и юридических лиц. Это на 60% больше, чем за аналогичный период 2016-го. Как рассказали в региональном управлении, в последнее время в Башкортостане сохраняется тенденция к снижению числа должников по штрафам ГИБДД и алиментам. Общая сумма задолженности за нарушение правил дорожного движения в республике сократилась более чем в 2 раза, с 240 до 112 миллионов рублей. Почти на 500 новых должников стало меньше по алиментам. Всего их в регионе порядка 22 тысяч. В этом году приставы взыскали с них в общей сложности 160 миллионов рублей. Как пояснили в службе, это только те суммы, которые прошли через депозиты, не считая выплат, перечисленных через бухгалтерии и напрямую. Информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллары и евро показали разнонаправленную динамику. Американская валюта подорожала на 5 копеек и оценивается в 56 рублей 67 копеек. Европейская, напротив, в символическом минусе на 2 копейки – 63,78. Лучшие обменные курсы на данный момент. Покупка доллара в Промтрансбанке за 56,45, продажа в банке БКС за 56,79. Комиссия до 3% за обменную операцию. Наиболее выгодное предложение по покупке евро в Уралкапиталбанке за 63 рубля 56 копеек, по продаже также в банке БКС за 63,89. И на этом пока все. Увидимся позже.